Дубль какой у нас уже? Пятый вроде, да? Будет четвертый. Четвертый. Видишь, ты лучше знаешь даже меня. Четвертый дубль – это когда ты и петь, и играть начинаешь сразу. Давай, сыграй. Король, давай, сыграй. И пой немножко. Ну, что я получится? Я говорю правой рукой. Ну, давай правой рукой сначала играй и пой. Такого ребенка, который и поет, и читает со скоростью 130 слов в минуту, и поет сразу с листа, и играет с листа, и его не пускают в музыкальную школу в России, гражданин России. Да? Вот, Велидеева такая есть, директор школы, музыкальной школы Свиридова, детской школы искусств. Да? Вот она не пускает, вообще до экзаменов не допускает. По какому признаку? Чем не нравится фамилия Алексеев? И председатель комитета по культуре у нас, Кубанков такой, тоже вот не пускает короля Алексеев, король Владимирович. Наверное, потому что ты, тебя зовут король. Звали бы тебя какой-нибудь Яша, Петя или какой-нибудь Саша. Тебя пустили, наверное, потому что ты король. Да еще Алексеев. Они тебя не пускают, даже учиться не дают. А за деньги у нас, за деньги нету учиться-то. Денег не хватает. Правильно? Ну ничего, будем сами учиться. Ну что делать? Такое положение у нас в городе. Мы сейчас, сколько у нас, 12 человек в трехкомнатной квартире. Все для многодетных семей в России. Вот мы живой пример, что все для нас. Даже учиться. Талантливый ребенок во всем. И танцует степ короля. Наберите в интернете Алексеев, король степ. Танцует, на баяне играет, на чем там, на всяких там. Даже на дровах играет. Ну, королевчик. И главное, он читает со скоростью 130 в минуту. 130 слов в минуту, не каждый так может читать. Решает задачи уже за третий класс, умножение, деление, все, что хочешь. А ему идти только в первый класс. Вроде бы такого... Сразу второй, да не пустит во второй тоже опять. Тебе в первом нечего делать. Ты пишешь красиво, читаешь, считаешь. И вообще, там дети еле-еле разбираются, ты куда тебе. Вот так. Так Россия, в Санкт-Петербурге, в культурной столице относится к талантам. Так. Ну ничего, мы пробьемся. У нас семья... Род Алексеева, да? Давай, улыбнись, королевчик, все будет хорошо, да? Ты, главное, играй, учись вот сейчас. Если хорошо сыграешь, еще закачаем. А это для наших родственников, чтобы они знали.